Добрый день, уважаемые эксперты жюри. Меня зовут Спиридонова Таина, я учащийся 10 класса Ерухейской средней школы. Моя тема – анализ рынка труда и управления занятости в регионе на примере Новосибирского района. Актуализируется важность регулирования рынка труда Новосибирского района. Новостное исследование определяется оценкой новых тенденций распространения безработицы. В качестве гипотезы выдвинуты следующие предположения, что динамика трудовой активности молодежи Новосибирского района имеет тенденцию снижения. С целью работы выявить основные проблемы на рынке труда района, изучить формы и методы государственного управления занятостью, разработать рекомендации по совершенствованию управления занятостью населения. Для достижения цели ставились и решались следующие задачи. Анализ структуры рынка труда района, исследование модели государственного управления занятостью населения, определение стратегических направлений, прогнозирование основных приоритетов занятости в районе, разработка рекомендаций. Использование методы экономического и сравнительного анализа, статистические, абстрактно-логические методы. Анабасский улус входит в состав Арктического улуса в республике и является одним из самых отдаленных. В нем проживают 3653 человека, состоит из двух населенных пунктов, а районным центром является Наслеса Скала. На сегодня в улусе одним из главных проблем является нехватка квалифицированных кадров и безработного населения. Уже длительное время в Новосибирском районе наблюдается отток трудовых ресурсов. Самая напряженная остановка на рынке труда наблюдается в село Соскалах, так как основная часть работников трудится в области добычи ископаемых, где не востребовано местное население, без необходимой профессиональной квалификации. В улусе зарегистрирован сравнительно высокий уровень безработицы – 4,8%. По республике – 2%, по арктической зоне – 30%. Основные причины безработицы – неконкурентоспособность традиционного природопользования, неприспособленность к новым экономическим условиям иждивенчества. В Анабарском улусе активно проводится политика по борьбе с безработицей, но, к сожалению, некоторые проблемы все же остаются. Коренным занятием населения улус является оленеводство, но в настоящее время оно претерпевает кризис нехватки рабочей силы. Еще одна немаловажная причина – это низкий уровень поступления в учебные заведения и получения дипломов. На сегодня самыми востребованными профессиями на рынке труда Новосибирского района являются врачи, учителя, инженеры, оленеводы. В ходе исследования мы разработали ряд рекомендаций по борьбе с безработицей и мерами ее сдерживания. Спасибо за внимание.